Добрая традиция приборостроительного техникума в торжественной обстановке поздравляет своих выпускников. В этом году праздник проходил в новом красивом актовом зале. 30 июня здесь собрались преподаватели, родители, друзья и, конечно же, виновники торжества – выпускники 2017 года. Это будущие специалисты вычислительной и компьютерной техники, радио и мобильной связи, экономики и бухгалтерского учета. Все они успешно сдали госэкзамены и защитили дипломные проекты. Семеро студентов получили дипломы с отличием. В этот вечер звучали трогательные слова благодарности любимым преподавателям. Выпускники в последний раз дарили песни, танцы, веселые студенческие сценки. А в их глазах отражались радость и волнение, грусть и надежда, ожидание новых перемен и вера в успешные перспективы.